Що я замахався? Це сумки, я. Хоча б чисто я буду, але подзавла, ну взагалі. Ну так не чисто. О, гля, блиставка кока-коля. О, трактор чистит. У тебя тоже грязно. Лысик, у тебя обувь грязная, ты почистишь. Ты красава. Дай-ка я начищу, на, возьми вот туда, пожалуйста. Дай-ка я вручную вытру ими. Ну я вручную, ногами чистим. Да ладно, я так, думал, я полирую. Я полирую. Ё-моё, ради такого это стоит. Ребята, ой, Чернухина наша, все. А этим гадам тут нечего делать вообще. 100%. Они зря пришли на нашу землю. А эту тряпку, я не знаю. Давай растянем. Хай оставят они ее себе. Наш показывать надо, на, поли. Хай с нее себе стрижут и шьют дальше. Подожди. Блять, не горит. Пацаны, дайте нормальную зажигалку. Сожгите его, дай все. Давай, трактор. Сожги его. Так будет с каждым. Пошел как бы. Пока что-то на пухо горит. Да, я поняла. Сейчас разгорится. Сейчас разгорится, падла. Нехер им тут, падлам, делать на нашей земле. Все оттуда забираешь. Там 762 ящика. А я откуда знаю? Бать, а у кого? Вот, сука, не горит, блядь. Ну ладно, разгорится. Пожалуйста, я обошаю. Ну, ладно, я с тобой пойду. Ну, потухло. Да, блядь, вот так взял, нахуй, разорвал, блядь. Орел. Давай. Давай. Что ты его делаешь, пацаны? О, давай. Нормальный автоген. Держи его. Вот, один. Это даже не горит, ё-моё. Это по всем российским, украинским каналам будет, да? Да. Понятно. Слушай, это гадость даже не горит. Даже не горит эта гадость, понимаете? Она плавится. Вот да, так вот. О! И вот так вот. Больше никак нельзя поступить из-за заразы. Да, маме привет, можно в Россию передать.